корни волос, они всасываются как очень полезный питательный компонент. Так, сейчас народ присоединится к нам. Присоединяйтесь, присоединяйтесь. У нас большая иголка и много удовольствия. Присоединяйтесь, колем в голову, друзья. Успели вы, успели на последний сеанс. Итак, сейчас наш замечательный дермапен войдет ко мне прямо в голову, и волосы мои начнут расти. Ольга Карерас расскажет вам, как это сделать. Так, брови пока мои не трогайте, они еще в заготовках. Лучше слушайте про то, что мы делаем, потому что это полезно не только девочкам, которые хотят густые и красивые волосы, но и парням, которые иногда лысеют с молоду и хотят, чтобы волосы их были пышными и красивыми. Поэтому, девушки, если у вас есть лысеющие парни, то, пожалуйста, ведите их скорее к Ольге, она сделает им это не больно, потому что другие тети могут сделать больно. А вот дермапен, которым только Ольга у нас владеет в Москве, это сделает не больно. Поэтому ищите на страничке ДР, то есть доктор, косметолог Карерас. Нижний прочерк косметолог. Нижний прочерк косметолог. Она, видите, даже себе такую хитрую страничку сделала, что просто так без пол-литра, как говорится, не обойдется. И оказывается, друзья мои, плазмолифтинг – это не совсем правильное название. Это название нашей процедуры, придуманной российским косметологом, как его там? Ахмера. Вот. Стоит она дешево, но эффективности тоже не имеет. Поэтому только швейцарская. То есть у меня морда красная у меня. Зато волосы у меня будут расти. Луковый шампунь нет. Фу, фу, фу. На волосах какой эффект? Рост волос, правильно? Стимуляция. Луковиц, да, волосяных, интенсификация роста волос, вот и все. Вот и все. А что нам еще нужно, чтобы наши волосы росли, они были толстенькими и блестели? От оренбургских авиалиний я отказалась. А черная штука – это и есть дермапен, который уже мы вам анонсировали, в котором находится большое количество, а именно 12 и маленьких иголочек, поэтому... Которые могут проникать на глубину от 0 до 2,5 миллиметра, в зависимости от нужды. И скорость фракции может быть от 1 250 000 до 4 миллионов за 40 минут сессию. Все это регулируется доктором. Да, поэтому и это не оставляет синяков, что очень важно. То, что сейчас на мне красные пятнышки, это сейчас тромбоциты работают. И буквально через 2 часа я буду опять гладкая, и не синяя, и не с пупырышками. Поэтому, друзья мои, сейчас я переворачиваюсь. Мне носом уже, да? Уже носом. Поскольку мы проработали верхнюю часть головы, сейчас я... Так, не можете запомнить страничку косметолога. Что же мне с вами делать? А мы сейчас вот как сделаем. О, мы сейчас напишем, а вы это сфотографируете. Вот. Девочки, брови, не переживайте. Это временный эффект. Мы их потом смоем. Это хна, которую нужно будет потом... А зачем на волосы? Чтобы волосы были густыми, девочки мои, как же? Если у вас волосы густые, конечно, вам хорошо, и оставайтесь без такой процедуры. Но волосы требуют тоже питания. Итак, так, сейчас, потому вот так надо подальше. Еще цветочек вам нарисован. Так, делайте быстренько скрины странички Ольги Карерас, она вам расскажет много интересного. Так, не рисуйте рожи. Не надо нам красный перец, друзья мои. Красный перец – это не то. Итак, вот мы очень классно вот так вот повыше. В смысле повыше. Так? Все?
не видно, говорят, я хорошо вижу. Есть? Получилось? Доктор с юмором, доктор с новыми технологиями, знающий, что нужно каждому или каждой скорее из нас. А теперь я отправляюсь головой вниз, потому что начинается пол задней, то именно затылочной части головы. В Москву переедете, забегите. Так, я Так, волосики. Так, сколько стоит процедура? Все пишите на страничку к Ольге, она вам расскажет. А сейчас я ухожу в дырку. Вот она. Пока, друзья, я в дырку отправляюсь. Нужно делать раз в 21 день, по-моему, 3-4 раза. И будет вам счастье.